Друзья, всем привет! Это стадион Кировец, это город Санкт-Петербург. И именно здесь проводит сегодня свой домашний матч команда СКА Хабаровск. МЛБет Первая лига приветствует вас. Мы видим, как команды приезжают на стадион Кировец. Стадион, который в Петербурге в основном известен как арена для второй лиги. Но вот Хабаровский СКА здесь как раз-таки приютился и проводит свои матчи. На первых минутах нефтехимик начинается с центра поля, но быстро тогда состав СКА Хабаровска. Здесь голкипер под 50-м номером Владимир Сугробов, он же и капитан команды. Далее у нас тоже четверка защитников. Справа налево под 44-м номером Даниил Корнюшин. В центре обороны сегодня у нас появляется Николай Покидыш. Из-под прессинга Сугробов с партнером пытается выйти. Правда, здесь нефтехимик уже включается. Как раз этот прессинг и перехват. И может быть интересная атака. Может даже попробовать дальний удар. Первый удар в створ ворот и первый мяч забитый. Да, ну что ж, здорово все сделали. Ну и вот как раз мы задавались вопросом, а почему не прессинговать-то? И вот прессинг. И, кстати, Корнюшин ошибся. Передача перехват-то пришел после именно его неточного паса. Ну и классно все исполнили дальше уже. И хороший удар в угол. Причем дальний удар, да, не постеснялся Данил Емельянов приложиться к мячу, посмотрел, оценил позицию голкипера, и так, и эта серия уже длится 8 матчей, и плюс ко всему мы говорили, что нефтехимик вообще у нас не проигрывал в весенней части. А здесь какая ошибка, можно пробивать с линии штрафной площади. Кстати, в какой-то момент и опять небольшой пожар в обороне у СКА мы отмечаем, даже несмотря на то, что там и Корнюшин как-то оказался в центре штрафной площади. Но... еще и Кокоев такой активный, здорово сейчас работает с мячом, это фол. Это фол. Как-то Березкин посмотрел немного футбол, мне показалось, он остановился, не пошел там помогать партнеру. В итоге у нас тут прилег роль барьера, да, на всякий случай. Ух, какой удар! Здорово, кстати говоря, схватился за голову даже в этом эпизоде. Да, получается, пробил Денис Талалай. По крайней мере, вязнет именно хабаровская команда. Вот она сейчас пытается на чужой половине играть. Очень плотно нефтехимик действует. Ну что, Андрей Никитин перед заменой. Последнее слово. Ну-ка, мимо. Да. Ну что ж, вот такой шанс был сейчас у 31-го номера. Ну и совсем скоро он пойдет отдыхать. Мы-то это видим. А, кстати, вот сейчас, смотри, Петров. Может быть, вот назревает голевая. Алиев пробивает поворотом. Ну, по крайней мере, сработало, да, что Петров отдал пас. Самый, скажем так, ассистирующий результативно футболист отдал пас на самого забивного. На Корнюшина. Корнюшин навес. Ну и кто здесь будет играть? Опа! Алиев! Момент. Ну что ж. Первый реально голевой момент, наверное, у СКА в течение всего матча. Был удар в створ, но мы отмечали, что он не очень был опасным. У нас всего два предупреждения из играющих на поле. Это Берников, а тут удар какой! Пробил Кокоев с разворота. Здорово! Здорово, с дальнего расстояния крутил мяч. Ну и все, и даже не стал дожидаться уже этого ввода мяча. На ноль сыграл Андрей Голубев, но автор единственного взятия ворот. Это Данил Емельянов. Пошутил я на 15-й минуте, что, возможно, в этом матче мы гол уже посмотрели.